Краснеет сильно он. Честь и хвала приходят в наши дни. Редко. Наши сильные команды!
яблоня украшается плодами. Человек своими добрыми делами солидур на мир. Странно, добра и умница. Ты никогда никого не подвела. Дюймовочка 11 класса. Победа, Алия! Домашнюю работу любит, печет пироги, квартиру убирает, всегда веселая и всем у них питает. Юсупова Фатима! Гости, родители, учителя. Сегодня очень радостный, торжественный и в то же время грустный день. Мы прощаемся, выпускаем 2 11 класса. Эти 2 11 класса я как-то связываю со своей деятельностью в этой школе. Ровно 7 лет назад я пришел в эту школу, и первые уроки английского языка мне дали в 5 А и в 5 Б классе. Это очень знаменательно. И вот сегодня эти вчерашние маленькие мальчики и девочки, сегодня уже вполне взрослые, отправляются в свободное плавание. Нам будет очень вас недоставать.
Это был один из замечательных выпусков. И вы это подтвердили своими знаниями. 77 средний показатель по ЕНТ, это выше районного, лучшее тому свидетельство. Где бы вы ни были, кем бы вы ни стали, пусть даже некоторые из вас набрали небольшое количество, не очень огромное количество баллов, но то, что из вас будут настоящие люди, в этом наши учителя не сомневаются. Счастливого пути, будьте счастливы! От всех учителей школы Витлева примите подарок, дорогие друзья, на напутственные слова в вашу дальнейшую жизнь. Ваши ученики, и первый взлет, и первое падение. И в этот вечер нам хотелось, чтобы запомнили за каждое мгновение, пока вы вместе с классом еще рядом. А впереди далекий круглый путь, но есть возможность добрым, нежным взглядом прощения попросить за что-нибудь. Пусть в этот вечер с вами вновь проносятся мгновения первой встречи. И первый друг, и первая любовь все вспомнят прощальный этот вечер. Мы вам желаем силы, вдохновения, поменьше неудач и слез, и ваш нелегкий век еще терпения и исполнение мечтаний всех и грез. Чтоб по душе нашли мы дело, чтоб повстречали настоящую любовь. Вперед, выпускники, шагайте смело, вам счастья и удачи желаем вам. На этом торжественный вечер, посвященный вручению аттестата, объявляется закрытым. Учителей, они на нас тревожатся и помнят. И в тишине, задумавшись о том, ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечасто, и сколько бы ни миновало лет, слагается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним, под Новый год мешаем поздравлений. И в суете, или попросту из линии, не пишем, не заходим, не звоним, не смейте забывать учителей, ведь лучшее все у нас от их усилий. Учителями славится наш Казахстан, ученики приносят ему славу, не смейте забывать учителей, какую бы ни предлагали вам награду. Спасибо.
то, что раньше не сказали. Вам в этот день улыбки и цветы сердца любят, что безответно отбьются. Вам доверяют планы и мечты, вам песни все хорошие поются, вам дарят 2 11-х класса. Наших чувств не растраченных чашу, и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем директору. Наши заботы, тревоги, печали мы непременно всегда замечали. Сколько мы видели вас на работе, вечно мы в поисках, вечно в работе. Мы будем желаем такую остаться, и ни за что никогда не меняться. В номинации директор школы посвящается Арентаевой Марии Ерминовне за умение найти золотой ключик в сердце каждого ученика. Гончая, вставай, давайте в школу. Да ну ее, не пойду. Опять с Кочемов на перемене драться будет. Вставай, пора. Не пойду. Опять на Турсуна будет тряпка кидаться. Да ну ее, не пойду. Как же ты не пойдешь? Не пойду. Ну как, доча, ты не пойдешь, если ты директор школы? Когда вошли впервые в школу, учителя здесь встретил вас теплый взгляд. Пусть